Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои друзья, я сегодня пришла в рынок Садовод, Москва, 14 километр МКАДа, парфюм у Умара. Пожалуйста, дорогие мои девочки, мальчики, мы уже снимаем не первое видео, можете предыдущее видео пересмотреть. И сегодня мы с Умаром представим новую коллекцию. И, конечно же, повторы. Поэтому, девочки, кто не смотрел, можете посмотреть предыдущее видео. И, конечно, присаживайтесь поудобнее. И кому интересно, пожалуйста, раннее-раннее утро. И мы сегодня, посмотрите, какой большой ассортимент. Отправку делают по всему миру. Так что заказывайте, радуйте себя, вкусно пахните. И, конечно же, радуйте своих родных и близких. Пожалуйста, мне кажется, парфюма много не бывает. Девочки, и, конечно же, визитка мальчики, в том числе, потому что и для мальчиков, и для девочек здесь. И сегодня, конечно, встречайте Умара, и Умар нам расскажет о своем парфюме. Здравствуйте, дорогие подписчики. Спасибо вам большое, кто нас смотрит. Мы сейчас показываем новый, который я заказал. У нас это чисто турецкий, потом арабский я заказал, новинки. Начнем тогда, да? Конечно. Вот, пожалуйста. Смотрите, это чисто арабский, они очень стойкие, 100 мили мужской. Они очень хорошие качества арабские. Потом еще есть женской. Вот это женской, посмотрите, как они удобны, это на подарок. Или они очень стойкие. Арабские масла побольше, они очень хорошо держатся. Дорогие подписчики, называем цену розница. Очень часто задают вопросы. И да. Сколько цена, Умар? И сколько миллиграмм тут? Это 100 миллиграмм. Это стоит 1600 рублей оптом. 2000 рублей розница. Потому что сейчас курс доллара очень это высоко. Они очень стойкие. Потом вот это Виктория Секрет. Это тоже арабский. Вот они тоже очень это женской. Они очень стойкие. Они очень хорошие качества. Вот посмотрите, пожалуйста. Я сейчас это... Вот они тоже 100 мили, они очень стойкие, они очень хорошие качества. Цена 1500 рублей оптом, 1800 рублей розница. Потом Яра. Яра это все это запах, все люди знают, они очень тоже стойкие, очень женской. Это очень хорошие качества. Потом тоже вот это женской Яра Белли. Они тоже стойкие, очень хорошие качества. Тоже арабские. Это 100 миллиграмм, стоит 1800 рублей оптом, 2200 розница, потому что они очень стойкие. Вот это мужской, тоже 100 миллиграмм, фирма Латафа. Они, вот посмотрите, пожалуйста, как они идут. Это мужской, они очень стойкие, фирма Латафа. Они очень хорошие качества. Цена это 1800 рублей оптом, 2200 розница. Потом это вы не видели, это тоже новинка. Вот смотри, как это роза, они очень стойкие, тоже арабские качества. Они очень хорошие качества. Вот это. Посмотрите, пожалуйста, как они идут. Фирма Латафа, они, кто знает арабский, они знают это по качеству. Потому что это арабский очень хорошо держится. Это Алухом Спорт. Это тоже стоит 1800 рублей, стоит оптом 2200 розница. Алюхом Спорт, это арабский. Вот это арабский мужской, они тоже стойкие, очень хорошие качества. 1400 рублей стоит оптом, 1700 рублей стоит розница. Вот это вы не видели, это тоже новинка. Вот, пожалуйста, это женской, они тоже очень стойкие, очень хорошие качества. Вот посмотрите, как они идут. Тоже 100 мили. Они тоже очень стойкие. Цена 1300 рублей оптом, 1600 рублей розница. Вот Сахеб. Вот это Сахеб. Мужской, это вообще унисексом идет. Они очень стойкие, очень хорошие качества. Тоже арабские. Почему мы показывали арабские? Потому что они масляные, масло побольше. Они очень хорошо держатся. Это цена 1600 рублей оптом, 2000 стоит розница. Вот это дорогой, это очень хорошее качество, тоже арабский. Вот смотрите, это унисексом идет.
Вот, пожалуйста, смотрите, как они идут. Это деревяшки, коробка, они очень стойкие. Эта цена стоит 2000 рублей, оптом 2500 розница. Они очень стойкие. Вот это тоже, посмотрите, пожалуйста. Они тоже очень стойкие. Это унисекс идет, они тоже арабские масла очень, это побольше. Они слишком, это 48 часов держится запах. Они тоже очень стойкие. Эта цена стоит 1500 рублей оптом, 1700 рублей розница. Вот, пожалуйста, смотрите, тоже мужской. Вот это посмотрите, как зажигалка, да, тоже 100 мили. Они очень стойкие, арабские качества. Это стоит 1300 рублей оптом, 1600 рублей розница. Вот, пожалуйста, женской, тоже стойкий, очень хорошее качество. Вот это 1300 рублей оптом стоит, 1600 рублей розница. Потом вот это вы не видели, это тоже очень стойкий, очень хорошее качество. Клуб Динай, это мужской, это очень качество хорошее. Они очень стойкие. Я каждый день это продаю, даже 40-50 штук. Эта цена стоит 2400 рублей оптом, потому что это дорогой. 2800 рублей розница. Они очень... Вот это женской. Это мужской? Это мужской. Это черный мужской. Вот это розовый. Это женской. Они идут. Они очень тоже стойкие. Они... Вот смотрите, как оригиналом работает. Они очень стойкие. Очень хорошие качества. Это женской. Вот это тоже арабский. Вот, посмотрите, пожалуйста, это женской, это тоже очень стойкий, очень хороший качество, 100 мили, женской, 1300 рублей, оптом 1600 рублей, розница. Вот это мужской, то же самое, они мужской идут. Вот, пожалуйста, женской, это тоже очень стойкий, очень арабский качество, они стойкие, женской качество, они очень качественные. 1300 рублей оптом стоит, 1600 рублей розница. Потом вот это табака ваниль, это запах как табака, они очень стойкие, очень хорошие качества, мужское качество. Это 1600 рублей стоит оптом, 1900 рублей стоит розница. Вот, пожалуйста. Потом новый у нас, новый черный, это тоже очень стойкий, очень, они мужской идет. Они очень хорошие качества, стоят, вот, нов. Это стоит 1500 рублей оптом, 1700 рублей розница. Вот это тоже мужской, это тоже стойкий, арабский качество, это тоже самое. Потом у нас кирки. Кирки есть арабский у нас, вот это смотрите, это унисекс идет, как оригинал, вот посмотрите, пожалуйста. Это очень стойкий, очень хорошее качество. Это стоит 1800 рублей оптом, 2200 розница. Потом вот это тоже мужской. Это вообще унисекс идет. Они смотрите, как оригинал. Вот это как работает. Они очень стойкие, очень хорошее качество. Это масляный. Это стоит 1800 рублей оптом, 2200 розница. Потом шейх у нас. Шейх арабский. Которые это унисекс идет, они очень, вот смотри, как они идут, они очень стойкие, очень хорошее качество, это стоит 1800 рублей оптом, 2200 розница, это 100 миллиграмм, вот тоже хаяти 100 миллиграмм, это женское идет, они очень тоже стойкие, очень хорошее качество, это стоит 1800 рублей оптом, 2200 розница. Потом хаяти то же самое, это мужской черный. Тоже они очень стойкие, смотрите, как они идут. Они очень хорошие качества. Тоже 1800 рублей оптом, 2200 розница. Вот, пожалуйста, посмотрите. Вот это тоже мужской хаяти. Они тоже очень стойкие, очень хорошие качества, 100 миллиграмм. Вот, пожалуйста, посмотрите, они очень хорошие качества. Потом маусуф. Это маусуф всем знает. Они очень стойкие. Очень хорошие качества. Тоже по... Это мужской. Это масляный. Они очень стойкие. Очень хорошие качества маусуф. Потом маусуф розовый.
100 миллиграмм, цена стоит это 1300 рублей, оптом 1500 рублей розница. Вот это Маусуф розовый, тоже женской, этот стойкий, очень хорошее качество, тоже это женской, 100 милли. Вот посмотрите, пожалуйста, 100 миллиграмм. То же самое, 1300 рублей, оптом 1500 рублей розница. Это новинки, которые черные, они чуть дорогие, они тоже стойкие, очень хорошие качества. Это новинка, это небо. Это мужской, тоже 100 миллиграмм. Вот посмотрите, пожалуйста, 100 миллиграмм. 1700 рублей оптом стоит, 2200 розница, они очень стойкие. Потом Маусуф Белли, это унисекс идет, тоже очень стойкий, очень хорошее качество. Это Белли, 100 миллиграмм, это более женской они идут. Вот посмотрите, пожалуйста, Маусуф Белли, это очень стойкий, очень хорошее качество. Вот это наркотик у нас, который был новый. Это недавно вышел, это пока новинки, это очень стойкие, они очень хорошие качества, это более женской идет, унисекс, он более женской, 100 миллиграмм, стоит 1300 рублей, оптом 1600 рублей розница. Вот, пожалуйста, наркотик. Потом у нас Boys Imperial, тоже, вот смотрите, недавно мы получили, это очень стойкий, очень хорошие качества, это более женская, они унисексом идет вообще. 100 миллиграмм стоит 1300 рублей, оптом 1600 рублей розница. Потом у нас был Ганимед, который на рынок не был. Ганимед я получил, тоже очень стойкий, очень хороший качество. Вот посмотрите, пожалуйста, они тоже унисексом идет. Ганимед 1300 рублей, оптом стоит 1600 рублей розница. Вот про Тифани. Тифани есть женской, есть мужской. Вот это женской. 90 миллиграмм. Они тоже очень хорошие качества, очень стойкие. Это не арабские, это турецкие качества. Вот это мужской. Мужской, женской по 90 миллиграмм. Они стоят 1300 рублей, оптом 1600 рублей розница. Потом Вертус, это тоже новинки, это тоже очень стойкие, очень хорошие качества, смотрите, как оригиналом они идут, Вертус, это унисексом тоже, вот, как это оригиналом работает, с ним три вида есть, разный запах, вот еще новинки, пожалуйста, вот посмотрите, как они идут, это мужской, это очень хорошие качества, очень стойкие. Стоит 1500 рублей оптом, 1800 рублей розница. Сколько миллиграмм? 100 миллиграмм. Потом вот посмотрите, пожалуйста, это тоже очень стойкий, очень хороший качество, 75 миллиграмм. Они стойкие очень, это хороший турецкий. Вот это женское еще. Смотрите, это тоже стойкий, очень хороший качество. Вот, пожалуйста, посмотрите, это женское. Потом Нишан у нас новинки. Это Нишан, который недавно вышел. Это тоже очень стойкий. Это унисексом идет. Они очень хорошие качества. Вот, пожалуйста. 100 миллиграмм. Стоит 1600 рублей оптом. 2200 розница. Вот это, который мы тот раз показывали. Вот это тоже показывали. И цена новая есть? Скажите, пожалуйста, на цену. Но на Нишан? Да. Да, на Нишан 1600 рублей стоит оптом, 2200 розница. Просто новые люди подписываются. Да, новые. Да. Потом новинки мы получили, вот, это не был тот раз. Это тоже, смотрите, это мужской туфли. Они очень тоже стойкие, очень хорошие качества. Вот, пожалуйста, посмотрите. Они очень стойкие. 80 милли, это мужской. Стоит 1300 рублей, оптом 1600 рублей розница. Потом Invictus. Invictus это мужской, смотрите, как они идут. Очень хорошее качество, это мужской идут. Это 100 миллиграмм мужской. Стоит 2300 рублей, оптом 1600 рублей розница.
Версачи еще. Версачи мужской. Вот, пожалуйста, посмотрите. Это мужской. Это очень стойкий, очень хорошее качество. 100 миллиграмм это мужской. 100 миллиграмм. 1300 рублей оптом стоит. 1600 рублей розница. Потом молекула. Вот, пожалуйста, посмотрите. Молекула M+. Тоже очень стойкий, очень хорошее качество. Они очень тоже стойкие. 1300 рублей оптом стоит. 1600 рублей розница. Вот еще молекула 02. Качество A+D. Вот кто знает, это A+D. Они тоже очень... Это турецкий, это стойкий очень. 100 миллиграмм, 1300 рублей оптом стоит. 1600 рублей розница. Да, вот эти покажем. Вот это покажем, это женской, тоже фирма Латафа, они очень стойкие, я очень много отправляю на это. У меня ваши сайты, это каждый день 5-6 заказа есть. Кто спрашивает это от вашего сайта, это скидка хорошо будет. Вот это тоже мужской, фирма Латафа, это мужской, 100 миллиграмм. Это очень они стойкие, очень хорошее качество. 1950 рублей оптом стоит, 2300 розница. Вот это тоже женской. Вот, пожалуйста, посмотрите. Они как идут, они очень хорошее качество. Это очень качественно. Это арабское масло побольше, очень хорошо делится. Давай там тогда. Вот это фирма тоже арабский, они очень стойкие, это женской, они очень хорошее качество, смотрите. Это стоит 1400 рублей оптом, 1700 рублей розница, они очень тоже стойкие. Вот, пожалуйста. Потом показываем, вот это тоже очень стойкие, очень хорошее качество, они тоже арабские идут. Вот, пожалуйста, посмотрите, они очень стойкие. 1300 рублей оптом стоит, 1600 рублей розница. Давай вот эти покажем. Вот. Вот это тоже женской. Вот, пожалуйста, посмотрите. Они тоже фирма Латафа, арабский. 100 миллиграмм. Они очень стойкие. Запах такой очень классный. 1300 рублей оптом стоит, 1600 рублей розница. Вот это мужской. Тоже фирма Латафа. Вот, пожалуйста. Это мужской. 100 миллиграмм. Это тоже самое, пассейна. Так, давай здесь что? Вот это унисекс идет. Пожалуйста, посмотрите. Они очень стойкие, очень хорошие качества. 100 миллиграмм. Они стоят 1300 рублей оптом, 1600 рублей розница. Мне там показывали. Потом вот это, который мне показывали. Вот, давай оттуда начинаем. Амирал Аль-Араб. Это очень. Кто знает этот запах, да? Вот, они очень стойкие, женской. Вот это стоит 1300 рублей оптом, 1600 рублей розница. Тоже это женской, Амирал Аль-Араб, арабский. Они тоже стоят 1600 рублей розница, 1300 рублей оптом. Вот Амирал Аль-Араб, еще есть мужской. Они мужской, 100 миллиграмм, тоже 1300 рублей стоит оптом, 1600 рублей розница. Вот эти тоже очень дорогой, очень хороший качество. Вот это женской, фирма Латафа, тоже арабский. Они стоят 1950 рублей оптом, 2300 розница. Вот это мужской тоже очень классный, фирма Латафа, 100 миллиграмм. Они тоже самое, 1950 рублей оптом стоит, 2300 розница. Вот это еще есть у нас мужской. Смотрите, как они, да, они как идет, они очень хорошее качество, да. Они тоже очень стойкие, они 100 миллиграмм, это мужской. Стоит 1400 рублей оптом, 1700 рублей розница. Вот это тоже мужской, который у нас не был. Это тоже, можно сказать, новинки. Это раньше был, я недавно получил. Вот, пожалуйста, тоже фирма Латафа, мужской, 1500 рублей оптом стоит, 1800 рублей розница. Потом Tom Ford Lost Cherry, арабский. Есть турецкий, есть вот это арабский, 80 мили. Они тоже очень стойкие. Это вишни пахнет. Это очень стойкие. Стоит 1500 рублей оптом, 1800 рублей розница.
Потом что показываем? Тоже вот это масляные. Вот смотрите, как они идут. Тоже фирма Латафа. Они вот так идут. Они тоже. Это женской. Очень стойкий, очень хорошее качество. Это стоит 1100 рублей оптом, 1300 рублей розница. Потом Шанель. Это Шанель тоже арабский. Они тоже очень стойкие, очень хорошее качество. Вот, пожалуйста, посмотрите. Два вида есть. Они женской идут. 1300 рублей оптом, 1600 рублей розница. Потом что показываем? Вот это тоже фирма Латафа. Вот смотрите, это идет у нас мужской. Это смотрите, как они идут. Это подарочный, очень классный, очень качественный. Это масса побольше, они хорошо действуют. Это мужской. 1950 рублей оптом стоит. 2300 розница. Вот это женской, вот это красный, тоже женской. Вот посмотрите еще. Тоже фирма Латафа. Они очень хорошие качества. Вот это идет мужской. 1950 рублей оптом. 2300 розница. Вот это мужской. Вот это женской. То же самое. Потом вот это. Это женской у нас идет. 100 миллиграмм. Они тоже стойкие. Очень хорошие качества. Это стоит 1400 рублей оптом. 1700 рублей розница. Вот это мужской. Вот, пожалуйста, посмотрите, как они идут. Они тоже очень стойкие, очень хорошее качество. Вот, тоже фирма Латафа. Арабский, 100 миллиграмм. 1700 рублей оптом. 2000 розница. Они очень стойкие. Потом это тоже женской идет. Они унисексом. Потом рожа у нас, который... Мы тот раз не показывали, этот рожа тоже очень стойкий, очень хороший качество, это женской, они очень хорошие качества, 1500 рублей оптом стоит, 1800 рублей розница. Вот это мужской роза, вот это рожа еще есть женской, вот рожа есть женской, рожа есть вот женской по 100 миллиграмм, вот это фирма Латафа, это арабский, они тоже стойкие, очень хорошие качества, 1500 рублей оптом стоит. 1800 рублей розница. Вот это рожа тоже женской, 100 миллиграмм, они тоже очень стойкие. Рожа 1600 рублей оптом стоит, 1900 рублей розница. Вот, пожалуйста, посмотрите, тоже это атары женской, они очень стойкие, это очень популярный атар. Я каждый день продаю 50-60 штук розница. Они очень популярны, розовые, это недавно вышел новинки, это очень стойкие, очень хорошее качество атары женской. Это стоит 1900 рублей оптом, 100 миллиграмм, 2300 розница. Потом вот атары, посмотрите, мусс Кашмир, это тоже очень популярный, очень, это унисекс идет. Вот это атар мужской, вот мужской. Атары у меня все вида есть. Они очень стойкие. Кто знает по этим атарам, они знают, какие качества. Они очень стойкие, очень хорошие качества. Давай вот эти покажу. Вот это шейх 77-й. С кожи они идут. Вот, пожалуйста, посмотрите. Они мужской идут. Подарок, да. Они подарочные, очень хорошие качества, очень стойкие. Это стоит 2800 рублей оптом стоит, потому что это... С кожей. Есть без кожи, они подешевле. Это 3000 розница можно. Это атар. Потом у нас, смотрите, кокаин. Это 100 миллиграмм. Тоже очень стойкий, мужской. Очень хорошее качество. Они очень стойкие. 100 миллиграмм, 1500 рублей стоит. Оптом 1800 рублей розница. Потом вот это. Эти стороны давай показываем. Это повторный. Они... Качество люксовый, кто знает, это люксовый, это все это люксовые качества, они очень стойкие, очень хорошие качества, это люксовые качества. Вот это вот расскажи. Вот это новинки, пожалуйста, посмотрите, это тоже новинки, недавно я получил, это люксовые качества, 100 миллиграмм, это более женское идет, они очень стойкие, очень хорошие качества.
А, дорогие подписчики, ну мы эту витрину уже в предыдущих видео показывали. И разные Нина вот модели. Также показывали вот эти вот наборы. Переходите на сайт, на страничку Умара. Но я думаю, что в следующем видео еще больше новинок будет. Поэтому переходите на страницу Умара и все-все вы это увидите. Потому что мы уже снимаемся не первый раз, девчонки. Пожалуйста, я просто так чуть-чуть проведусь вам витрину, потому что многие подписчики новые подписываются, и может кто-то увидит свою модель. Пожалуйста, девчонки, мальчишки, заказывайте, дарите, радуйте себя. И, конечно же, вкусно-вкусно пахните. Пожалуйста, вот наборы. Здесь можно также приобрести в подарок, удивить своих любимых, и себя можно удивить. Поэтому, ну что, мои дорогие подписчики, спасибо вам большое, кто нас смотрит. Это кто нас смотрел, спасибо вам огромное. Я первый раз хочу сказать, что вот это наш телеграм, можно подписаться. Кто скажет, это от канала Тамара, я очень скидка, хорошо скидка буду почитать, скидками. Вот это телеграм, можно подписаться, пожалуйста. Все, тогда спасибо вам огромное. Все, до свидания, спасибо. Ну что, дорогие друзья, вот побывала сегодня в гостях у Умара. Пожалуйста, девчонки, заказывайте. Мальчишки тоже, извиняюсь, да, постоянно забываю. Мальчишки тоже, наверное, обижаются. Очень большой обзор мы сегодня, надеюсь, полезный для вас сделали. И, конечно, девочки и мальчики, немножко забыла. Здесь также можно приобрести, как его, для автомобилистов. Вот, пожалуйста. И, конечно же, такие вот сумочные. Сумочные сколько, Умар? Это 160 рублей оптовая, 200 рублей розница. 200 рублей розница, 160 рублей оптом. Поэтому, девочки, пожалуйста, заказывайте. И, конечно же, выбирайте. Моделей очень много, пожалуйста. Посмотрите, какой ассортимент большой. Ну, а мы не говорим до свидания, говорим до новых-новых встреч. Умар, спасибо вам огромное. Всем пока-пока.